Сердечно-судистые заболевания являются широко распространенной проблемой во всем мире, и одно из основных проявлений – дислепидемия, то есть нарушение обмена жиров, требует большого внимания. Считается, что приготовление сердцевины артишока или экстракта листьев артишока полезны при лечении дислепидемии. В исследовании оценили влияние потребления артишока на липидный профиль только на людях. Основной потенциал применения экстракта листьев артишока, наблюдаемый в липидном профиле, связан со снижением концентрации липопротеинов низкой плотности, общего холестерина и три глицеридов в сыворотке крови, хотя убедительных доказательств повышения липопротеинов высокой плотности, по-видимому, не существует. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что снижение концентрации липопротеинов низкой плотности на 8-49 мг на децилитр общего холестерина на 12 55 мг на деслитр и триглицеридов глицеридов на 11 до 51 мг на деслитр можно объяснить 2-3 граммами в день экстрактов листьев артишока, который применяется. При этом его компоненты лютеолин и хлоргеновая кислота могут играть ключевую роль. С другой стороны, действия приготовленных сердцевин артишоков можно объяснить главным образом веществах, которые содержатся в артишоке, таких как растворимые волокна и особенно инулин, полисахарид, который действует на микробиоту кишечника, тем самым улучшая микробиоту, которая улучшает метаболизм нашего организма.